Григориополе Volkswagen насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку. Это случилось накануне во дворе многоэтажки на окраине города. МВД пишет, 32-летний водитель рассказал, перед тем, как сесть в машину, видел женщину в стороне. Потом посмотрел в зеркала, никого не было, начал ехать. В это время сзади Volkswagen была пенсионерка. Она наклонилась, собирала орехи. Машина ее ударила, женщина упала. Очевидцы вызвали скорую и ГАИ. Пострадавшую отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Она скончалась в реанимации. Сейчас во всем разбирается милиция.